Никому не говорите, что у меня пулемет есть. Сейчас я свет включу, чтобы помочь видно было. О, теперь видно, да? Так, фонарик выключил. Так, вес пулемета, по-моему, около 80 килограмм. Я не знаю, сколько мой весит. Вот так вот, примерно. Но не до конца, конечно, сделал. Потому что надо было вот здесь подмушку пропилить. Вот. Так что вот такой вот пулемет, смотрите. Ага. Сейчас я покажу, что это за пулемет у меня. Когда не налил. Это мини-бар. Видите, мини-бар. Ну, это самое как его. Чуть-чуть наканулся, надо было дальше про это сопросверлить. Потому что когда наливаешь, ствол падает. Или тут, ну тут не зажать, ну как я зажму? Тут должно быть это самое. Тут должно свободно ходить. Вот. И патрон еще не сделал. Ну сделаю патроны. Значит, все сделано из дерева. Только вот эти вот железные. Вот. Раз, два и пружина. А, вот это алюминиевая проволока у меня. Вот. А здесь подстопки. А стопки я короче, нашел на Озоне 30 или сколько-то миллилитров. Мне главное вот здесь надо было 30. Не знаю, у меня штангеля нету. 30 чем-то миллиметров там. Ну вот туда, по 4 стопочки. Вот 4 стопочки сюда влезут. Как раз там в наборе 4, я думал 6 вот продадут. Там как раз 4 стопки. Вот сюда 400. Вот такой пулеметик у меня. Это у меня, знаете, какой? Четвертый, по-моему. Да. Один вот такой был. Один был некрасивый, то, что у меня ствол был сделан нормально. А вот здесь у меня какая-то ерунда была, потому что стопки у меня были из дерева, они большие. Маленькие стопочки не сделал, потому что как-никак, ну, дерево... Тонкие стенки не сделаешь на дереве. Можно, конечно, сделать, если этот самый хорошее дерево найти. Лопаются тонкие, когда делаешь. Вот. Вон здесь как сделано у меня. Он просверлен, насколько. Ну, короче, вот это у меня береза. Я ее сварил. С солью сварил, чтобы она не лопалась. Потому что она этого года. Какой этого года? Месяца два, наверное, эта береза. Если не меньше. Месяц, может быть. Так, что там я? Ой, куда-то попал. Вот, пришлось ее варить. Ой, да и не вытащить-то ничего. Что-то попало туда, все убежало. О, вот так вот. Все, тосол залит, видите, тосол. Ну, это так называется тосол. Вот и все. Так, это береза, это эти рейки как, ну, я даже, оно, по-моему, не покрашено. Вон, видите, рейка магазина. 5 миллиметров, это пятерка, наверное, а тут два магнита. Здесь не магниты, вверху у меня два болта десятка обрезана. Это самое приклеено, а там внизу магниты. Вот. Это фанерина. Это все сосна. Это сосна. Я на закатом не умею резать, понимаете, как. То есть не умею резать, ни патрон сзади не зажать. Вот. У меня центр сзади, на задней бабке. Был бы патрон, я просверлил бы там отверстие побольше бы. Потому что у меня есть пировое сверло большого диаметра. А если сверлить не на станке, то вот так можно уйти куда-нибудь. Так что вот такой примерно пулеметик у меня. Это алюминиевая трубка. Остальное еще дерево. Вот здесь она должна быть. Патрон один сделал, больше нету, один сделал. Вот здесь такая вот должна быть. Полочка под патроны, чтобы он сюда вот так вот лежал, потом, ну как, второй, первый один заходит туда. И с той стороны, ну с той стороны должна быть пружинка. И здесь еще можно этот самый прицел, наверное. А, вот здесь мушку. Вот здесь прорезаешь,
ты мушку вставляешь. Только я смотрел на картинках, у всех вот так почему-то. Вот это, как так мушка? Вот она вот так вот всех стоит. Что это такое, я не знаю. Вот как так? На картинках все вот пулеметы посмотрел, всех криво стоит. Вот такой. Болты эти где из дерева сделаны. Все, не знаю, кому не подарю. Ну, стопки скоро придут. На Озоне заказывал 4 стопки, я не знаю, за сколько. Вот так вот. Ай, неправильно, вот так вот. Все, вот так вот. Та-та-та-та-та-та-та-та. А, что хотел сказать. Один пулеметик такой деревянный. Маленький, второй я доскал какой-то. А четвертый у меня в полный рост. С металла сделанный. Я им этих, которые за металлом приедут, пугал. Приехали. Хозяин металлом есть, я говорю, заходи с чердака, сниму. Дверь закрыл, с обратной стороны залез через черный ход. Ногой дверь вышиб, они смотрят, а я в буденке сижу. Пулемет в руках, я говорю, надо металлом. Как они рванули, убежали, и металлом мне надо было. Все, у них газель никогда так не заводилась. А я сижу, глаза такие по 5 копеек. Какие по 5 копеек? Как у краба сделал. Говорю, ну что, надо, грубым голосом. Надо... Вам этот как у металлолом. Я и сказать-то ничего не успел. Я пока говорил, Леха, давай патроны, смотрю, они уже через забор заводятся. Вот металлисты приехали. Все, всем пока-пока. Ну ничего сложного. Я правда долго делал. Некоторые вещи переделал, потому что здесь у меня упиралось, а здесь у меня было криво, не ходило ничего. Потом вот тут просверлил, лопнуло. Ну, короче, здесь сверлил, лопнуло. Сделал с прутка на 10. Ну, вот так не сделать, понимаете. Я даже их стыковал вот так, но все равно угол прямой. Понимаете, если сделать, например, с 20-ки, потом... Ну, а как я круглый обточу, что я? Можно, конечно, обточить. Надо на пеники хорошие еще. Да нет, что, проволоку взял бы, сделал. Вот и все. Это тоже береза, по-моему. А, это вообще с этим, как его... Это ручка от лопаты. А это на лобзиком станке выпилил. Надо было, вот был бы у меня нормальный станок, ну как, патроны нормальные. Я бы вот здесь вот спицы бы убрал, они туда должны быть глубже, убрал бы. Ну такой пойдет, надо подарок кому пойдет, что там. Я думаю, никто не откажется от такой. Та-та-та-та-та-та. Потом еще патроны делаю. Все, всем пока-пока.